Военная выправка, многочисленные ордена и медали, крепкие рукопожатия. Военнослужащие и ветераны вооруженных сил сегодня главные герои торжества в Кубинке. День защитника Отечества для этих людей не просто праздник. Они отдали служению Родине всю жизнь. Здесь присутствуют, вы видели, наверное, ветераны, которые заслуженные, соответственно, у которых есть награды, ордена, медали. Вот все, грубо говоря, упор мы делаем на них. Также присутствуют действующие военнослужащие из наших воинских частей, военнослужащие офицеры, срочники. Мы делаем это для них. Делаем, потому что уважаем и гордимся. Кубинка – наш крепкий щит. Здесь располагается более 5 структур Министерства обороны. Мемориалы, памятники, музеи буквально на каждом шагу. Все Московской области – это самые большие военные образования, находятся здесь. И не случайно здесь есть парк «Патриот». Тот парк, которым гордится вся страна. Но мы также должны гордиться теми людьми, которыми здесь живут, нашими военнослужащими, из которых, наверное, около 20 человек – герои России. Герои России – пример для подрастающего поколения. Лучшая награда – знать, что будущее страны в надежных руках, говорят ветераны. Вы видите, насколько неспокойная обстановка по границам России, причем везде. Не ровен час придется защищать Отечество. А их защищать будут люди, которые сегодня относятся к категории молодых. И вот вселить в них веру, необходимость этого, уверенность в том, что это святое дело, является задачей ветеранских организаций. Военнослужащим передали поздравления, вручили подарки и благодарственные письма от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Полина Бахова, Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».